Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим.
Бентанкур. Пошире они играют. Мяч на фланг. Линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Если мы хотим дать определение, отличные условия для футбола, линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Бентанкур. Пошире они играют. Мяч на фланг. Линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы.